салаты и куджава, виноградная косточка. И споют ее Дмитрий Смакович и подыграет Денис Дикун. А вторая песня из репертуара ансамбля какого дня? Рождество. Песня называется «Я возьму карандаши». Так, настроимся. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гвозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем перед вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темном красном своем будет петь для меня моя дали. В черном белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заглубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной поплывут наяву синие буйволы, белые орелы, форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые гвозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Также хочу сказать большое спасибо всем, кто пришли. Наш ансамбль «Богатица» появился, можно сказать, совсем недавно. И люди пришли различные, творческие, с различных направлений музыкальных. И вот мы иногда, бывает, подыгрываем, играем, стараемся рассказать что-то людям и преподнести что-то духовное. Сегодня хочу напомнить о том, что у нас прекрасные три выставки. «Матушки Маргариты», также Губоя представляет свои работы, куча и очень множество различных игрушек, которых вы заметили. И поэтому также Алена Дикуна иконы. Вы бы хотели спеть такую песню группы «Рождество», которая тоже не так просто названа. Эта песня называется «Я возьму карандаши», чтобы как бы этой песней поддержать тех наших художников, писателей, тех, кто пишет, тех, кто рисует, но кто всегда с нами, но не на сцене, но кругом. Что мне делать, как же быть? Не достать и не купить небо с облаками. Делать, где добыть, чтоб любимой подарить мир и нет печали, где не надо провожать, чтоб любовь доказывать, где не надо обещать, чтоб потом отказывать. Я возьму карандаши, грифельки точеные, нарисую ночь, где мы до утра влюбленные.
сделаю, нарисую звездопад и полоску белую. Что мне делать, как же быть, не достать и не купить море и желаний? Что мне делать, где добыть, чтоб любимой подарить мир ее мечтаний? Где не надо забывать, чтоб не извиняться, где не надо предавать, чтоб не расставаться. Я возьму карандаши, грифельки точеные, нарисую ночь темы до утра влюбленные. Я маленький квадрат в небо рассуделаю, нарисую звездопад и полоску белую. Я возьму карандаши, грифельки точеные, нарисую ночь темы до утра влюбленные. Я Малевича квадрат в небо рассуделаю, нарисую звездопад и полоску белую, и полоску белую. Так что спасибо большое всем тем, кто сегодня представил свои работы, композиции. Это очень для нас важно, что вы пришли. Люба, вам всем. А сейчас я хочу представить еще почетного гостя. Третий секретарь Генерального консульства Российской Федерации.